вроде успел. Тройной контроль. Показывать код нужен, этот, декларации. Нафиг. Теперь еще автобус, вы не опоздать бы. 20 минут осталось. Короче, нашел я остановки эти. 7-ю по 11-ю. Но они здесь. Эти местные работники ни хрена ничего не знают или делают вид. Прямо тут на выходе, вон там, спрашивал у мужика информации. Где этот автобус останавливается? Он какой, не знаю. Туда такой удивленный вид сделал скотобаза. Короче, сам сейчас ищу. По расписанию там на табло времени этого вообще нет. У меня 20:30, а там 20:50 ближайшие. Что-то вообще непонятно у них с расписанием. Но народ стоит, и вроде они тоже этот автобус ждут. Так что будем смотреть. Ну, короче, автобус все-таки подъехал практически вовремя. На 5 минут опоздал, хотя в расписании там ничего не было написано. Вот. Ну, короче, сел. Вот я выезжаю с аэропорта. С водителем переговорил. Он уже мой билет пробил. Но я заранее брал. Вот, тоже по QR-коду. Все тут по QR-коду делается, вообще офигеть. И, значит, будет. Вот. И он сказал, когда мы подъедем к такому отелю, потому что будем ехать ночью, я дорогу так визуально плохо знаю. И главное не проехать, потому что это время уже, приедем будет около 11. Мне еще надо успеть в магазин, что-нибудь поесть, то и голодный. Еду на автобусе, еще час примерно. И хоть водитель мне пообещал сказать, значит, где мне выходить, но он там остановится конкретно. Я все-таки контролирую по Google Maps. Я закачал Google Maps, ну, уже давно, в принципе. И на Мальте я это самое, 2 раза был там по ней. И вот Google Maps показывает, вот автобус мой идет по этой дороге, и вот я забил тут мою гостиницу. Когда он подъедет поближе, я все это увеличу и буду прямо контролировать конкретно. Нашел отель. У них тут, оказывается, 2 корпуса. Я пошел в тот главный. Там все закрыто. Там черненькие мне подсказали, что вроде сюда надо идти. Ну, посмотрим. В общем, бардак. На ресепшене все закрыто. Я тут какими-то обходными путями по лестнице, вот по этой лестнице забрался сюда. Никого нет. Слышу, кое-где за дверями люди разговаривают. Вот. Все нараспашку. Там какие-то 3 черных тусуются на улице. Тут заходи и лазь по этим самым номерам без проблем. Все открыто настежь. Ресепшен закрыт. Людей нет. Охренеть. Фу. Сейчас найду какую-нибудь комнату, открытую дверь, залезу и буду там смотреть. И буду там спать. Офигеть. Короче, нашел аварийный выход. Нашел такую подставку, чтобы он не закрылся, потому что я его не открою. И пойду разведаю с внутренней, со стороны бассейна. В крайнем случае, там лежаки, лягу на лежак, буду спать нахрен. Шаром покати, никого. Бассейн, можно покупаться. Так, тут все, свет погашен, никого нет. Так, там что-то свет горит, но это коридор. Скорее всего, коридор. Так. Вон лежаки. Сейчас на лежаке лягу. Офигеть. Вот бардак у них тут, а. Они, кажется, до 7:30. Этот у них работает, как его. Так. Закрываю комнату. Постучу-ка сюда. Может, кто услышит, хотя я сильно сомневаюсь. Никого нигде. Скотобаза. Ну ладно, у меня пепси-кола осталось, 0,5 бутылки. И 3 сосиски. Сейчас найду себе лежак
нормально и буду ночевать. Офигеть. Не, ну тепло, даже жарко, я бы сказал, поэтому я точно не замерзну. Единственное, нафиг. Не закрыли бы дверь, а то я же не зайду обратно. Можно так умыться. Умыться можно, вода чистая, тут бассейн чистая. Сейчас умоюсь и лягу где-нибудь с этой базы. Ну я точно настоящий теперь почангер. Вот. На улице под открытым небом ночую. Вода. И вот еще тут две колбасы у меня осталось. Ну, правда, они такие насыщенные, жирные, хорошие, с перчиком. Вот. С голоду не умру. Вот, можно умылся тут уже, можно и поплавать. В принципе, тепло очень на улице, градусов 21 или 22. Вот, но что-то мне неохота. Тут на территории бассейна, я же тут хожу кругами, исследую. Случайно это наткнулся на туалет. Свет автоматически зажигается. Вот. И тут сразу не открываю. А тут все нормально, значит. Я с туалетом. Так, что у нас здесь? А, это женский мужской по отдельности. Здесь мистер мужской, а там был женский. Это я в женский зашел. Ясно. Ой. Все спят, никого нет. Отель, похоже, вообще почти пустой. Наверное, 3-4 номера заняты. Нахрен. Никого нет. И интернета у меня нет. Никуда не дозвониться. Видите? Тишина и покой. Я тут один. И выпивку не взял. Была бы выпивка, уж ладно бы. Сидел бы тут у бассейна и это, бухал. А все закрыто. Все закрыто. Я вышел уже тут в округе, посмотрел. Все закрыто. Продолжаю накручивать тут круги вокруг отеля и области бассейна. Сейчас час ночи. Вот на своей шкуре я сейчас, давно у меня такого не было, очень давно, на своей шкуре сейчас побывал этим настоящим почангером. Когда остается только ночевать на улице. О, шаги есть. Ага. Потому что на лавке-то и все-таки жестковато. Пойду вот этот круг возьму, положу. Может быть, все-таки я это сподоблюсь поспать. Может, сподоблюсь поспать, но не знаю. В принципе, я привык ложиться поздно, часа в 3, но чтобы интернет был, а интернета у меня нет. Потому что у меня тариф самый дешевый, шведский, из-за границы, и он как бы это не работает. То есть я сейчас не могу ни позвонить, ни через интернет, ни по скайпу, ни по... Ой, ну да, и ни по скайпу, ни по ватсапу, ни по обычному телефону. Вот. Так что попробую к Wi-Fi подключиться здесь, к местному. Он как бы подключается, но... ну, то есть подключается, но не сохраняется. Вот. И поэтому у них платный он, по-моему. Тут у них все платное. Поэтому нафиг. Что-то круг большой, больно. Не знаю. Буду я на нем лежать или не буду.
Так, это у меня сумка здесь. Ну, теоретически можно, если захочется спать. Я думаю, сейчас это... Думаю, сейчас тут похожу. Вот. Ну, я, в принципе, в поезде, в самолете насиделся. В автобусе сейчас 1,5 часа ехал, насиделся. Можно поразминаться. Другое дело, что завтра я буду не выспавшись. И даже не знаю, то ли мне, если меня заселят с утра, пару часов поспать, а потом пойти уже тут на осмотр достопримечательности, или даже не ложиться, а прямо сходу с утра и рвануть по всем этим. Но завтра я собираюсь в Салоу здесь, в городе быть. Никуда не поеду. Вот, потому что я не выспался, а это нужно с утра куда-то уезжать. У меня есть несколько вариантов намеченных. Кто-то там тоже ходит, наверное, как я такой же. Не может попасть. Но я, видите, я сообразил. Я тут прошелся по этажам, нашел аварийный выход, открыл его, подпер его такой пластмассовой штучкой, чтобы он не захлопнулся. То есть он захлопнется вот на этой лестнице аварийного выхода, тогда я никуда не попаду, все остальное закрыто. Единственное, мне остается перемахнуть через забор и уже по этой самой, через главный вход идти. Вот. Немножечко что-то начало капать, моросит. Но я там определился место под крышей, нашел крышу конкретную. Там какая-то, видимо, у них это площадка танцевальная или что-то. И там крыша хорошая. В общем, туда раскладушку поставил свою. Вот. Сейчас, значит, так. Ну да, погуляю еще 2-3 часа, может быть, пойду туда на выход. Посмотрю обстановку. И заодно там, видимо, что-то у них было вроде написано, с какого часу они утром начинают работать. Вот. Я как-то это не обострил внимания. Надеялся, что тут меня примут, все нормально. Вот, а тут бардак, оказывается. Ну ладно. Что делать? Сейчас я вспомнил, когда у меня было что-то наподобие. Чтоб я вот на таком жестком топчине лежал. Это было в армии с 77 по 79 год, когда я служил в ракетных войсках, и у нас 3 ночи дежурства, по 3 ночи были дежурства под землей, и мы там по очереди спали на таких жестких кушетках, вот почти такие, только кожа обита, жесткие, да. Прямо в форме, не раздеваюсь, в сапогах, фуражку под голову. Сейчас вот я немножко круг этот спустил, а то он слишком был накачан, немножко спустил, чтобы пониже было. Ну и как на подушке лежу, хотя немножко жестковато, так кажется. Но ладно, сойдет за 3-й сорт. Ну вот как бы это, на этом я первую ночь в Испании заканчиваю, а завтра будет новый день. Завтра я буду повеселее, наверное, потому что это расслаблюсь после таких приключений, и я думаю, все будет хорошо. Белые розы, беззащитные шипы. Что с нами сделали эти морозы? Ля-ля-ля-ля-ля-ля.